Так, всем привет! Сегодня я хочу приготовить сему. Я достала две штуки. Она у меня морозилась. Лежала в холодильнике неделю, наверное, в морозилке. Так, сейчас одну я хочу пожарить, а со второй сделать симужный посол. Так, эту я пожарю поменьше. Это я посолю. Сейчас мы ее почистим от чешуи. Чистим вторую рыбку, это чуть-чуть поменьше. Так, ну эту рыбку я купила, что много так не наловишься. Времени нет. Так, это я сейчас просят котлетки сделать нежные с нее. Ну что, есть икра мелкая, вот такая вот. Эту сделаем, из этой сделаем симужный посол. Так, сейчас голову тоже пожарю. Thank you.
Вот это моя зима, которую я поймала сама. Сейчас я ее почищу и пожарю. Как нарезала, что-то упустила этот момент. Вот сейчас пожарю. Так. Берем 2 ложки сахара и 6 ложек соли. Все, перемешаем это хорошо. Так. Берем нашу смесь, соль, перец и обмакиваем. Так вот, обмакнули, обмазали со всех сторон. Я, наверное, разрежу, чтобы пакет было удобнее положить. Так. И убираем в пакет. Также со второй половинкой. И убираем в пакет. Выгоняем оттуда воздух, насколько возможно. Завязываем. Не туго. Так, чуть-чуть. Слегка. Так вот. И убираем в холодильник на 3 дня. Вторую рыбку мы сейчас разделаем и пожарим на котлеточки нежные. Так вот. Thank you.
Рыба очень мягкая, прям в руках разваливается. Мягкая и жирная. Режем лук кубиками, мелко, желательно. Посолить. Поперчить и посолить. Мешать. А сюда надо еще яйцо и муку. Муку, наверное, ложки две, наверное, бросим. Хватит. Все. Будем теперь жарить. Ну вот, мы порезали рыбу на кубики, лук, соль, перец, яйцо одно и две ложки муки добавим. Все, перемешала. Теперь будем жарить. Льем на сковородку масло.
Ну все, рыбка наша пожарена. Котлеты приготовлены. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!